Несмотря на то, что осень уже полностью вступила в свои права, на улице прохладно и часто дождливо, в Центральном парке Видного по-прежнему кипит жизнь. Аттракционы уже не работают, но разнообразные программы, мастер-классы и выставки буквально на любой вкус. Особое внимание в парке уделяют юным гостям. По выходным ребята играют в подвижные игры, участвуют в конкурсах и викторинах. Какие вы знаете музыкальные инструменты? Пианино. Так, дальше. Фортепиано, балалайка, гитара. Молодец. Так, кто-нибудь еще? Банджо. Весело и интересно не только в Центральном, но и в других парках муниципалитета. Сделать их настоящими местами притяжения для горожан – такую амбициозную задачу ставит перед собой руководство видновских парков. Мы сегодня почти каждый день проводим Расторгуево здесь. Это маленькие, небольшие мероприятия. Я, безусловно, приглашаю всех жителей, приходите. У нас скоро откроется Дыдылдинский парк. У нас там сейчас есть уже решение с краеведами, как его правильно назвать. Там будем проводить мероприятия. Но у каждого парка есть свой стиль.